Дорогие заводчане, сегодня у нас знаменательный день. Сегодня мы спускаем флагман нашей линейки кораблов, гражданских судов. Это очередная наша трудовая победа. От всей души я хочу поздравить наш коллектив с таким успехом. Спасибо всем за труд. 18 декабря на судостроительном предприятии «Восточная верфь» состоялась торжественная церемония. На воду спустили первый дальневосточный краболов «Охотск». Судно было заложено год назад, и сегодня мы станем свидетелями спуска его на воду. На самом деле для строительства судна это очень небольшой срок. Понятно, что еще требуется достройка, будут ходовые и швартовые испытания, но на сегодняшний день полностью сформирован корпус судна, оно оснащено оборудованием, у него есть надстроечная часть. Это, по сути дела, уже живой организм, который способен, если не самостоятельно выходить в море, то быть на плаву уж точно. Судно получило символичное имя. Охотск был первым городом Дальнего Востока, а траулер стал первым краболовом, построенным на дальневосточных судостроительных предприятиях. В 1716 году именно в этом месте Кузьма Соловьев построил первое судно, которое называлось «Ладья Восток». И на нем он достиг берегов Камчатки. Поэтому действительно это такое знаковое место для дальневосточников. И нам хотелось, чтобы наш первый краболов, головное судно серии, отличало вот именно то, что он первый. И отсюда родилось название «Охотск». Промысел на Охотске планируют начать не позднее осени 2021 года. Ввод всех новых судов будет синхронизирован со списанием старого флота. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.